Всем привет, друзья! С вами как Снарумзи, и добро пожаловать в Five Nights at Freddy's Sister Location. И сегодня пятая ночь. Я не знаю, это конец или нет, потому что в каждой части разное количество ночей. 6 ночей, 7 ночей, 8 ночей в четвертом ФНАФе. В общем, друзья, с вас лайк, подписочка, а я начинаю пятую ночь. Посмотрим, будет ли что-то после... Она смотрит прямо сюда! Это голос Элизабет. Это голос Элизабет. Так, мы с вами снова опускаемся в лифте. Добро пожаловать на вашу последнюю рабочую смену. Последнюю. Вы выделили для себя некоторые качества, которые хотели бы видеть у новых сотрудников. Ага. Решительность, бесстрашие. Это я. Подлинное пренебрежение инстинктом самосохранения. Я не виноват. Свой недельный бонус, который будет положен восхитительный. Так, бабосики, давайте, ага. Стоимость подарка будет вычтена из вашей следующей зарплаты. Почему? Имеются корзинки с фруктами, орехами, цветами и, конечно, всеми любимые корзинки с деньгами. Мне нужно с деньгами. С помощью данной клавиатуры, пожалуйста, введите первые несколько букв подарочной корзинки, которую вы хотели бы получить. У вас клавиатура сломанная, сколько можно, ты понимаешь? Я не могу нормально ввести. А что будет, если я просто ничего не буду вводить? Лифт будет опускаться, опускаться, опускаться. Понимаешь, какую? Я... Мани! Где мне? Мани! Деньги! Кажется, у вас возникли некоторые проблемы. Конечно! Конечно! Я догадался о том, что вы пытались ввести, и автоматически спрятал текст за вас. Ага, давай. Спасибо за выбор экзотического сливочного масла. Экзотическое масло? Какое нафиг? Да ты чё гонишь? Какое... Так, подожди, ладно. Двое техников еще на работе, чтобы вы знали. Постарайтесь не мешать им работать, если получится. Кроме того, не бойтесь узнать у них, по какой причине они еще работают, и уговорите их уйти домой. А что за техники? А почему они еще на работе? А почему они еще не ушли? Так, что мне нужно сделать? Я могу... Подожди, я мог нажать на какой... Подожди, там какие-то циферки, и я мог на них нажимать. Это что-то дает? Ребят, пишите, короче. Потому что я могу... Я могу на эти цифры нажимать, только ничего не дает. Куда мне нужно... А, мне нужно открыть. Просто нужно было открыть дверь. Окей. Идти. Shift. Побежали. Побежали. Я не хочу долго находиться здесь. Солнечное это как... движение в проходной вентиляции. Это я, не переживай, все нормально. Это как с первой ночью. То есть мы начинаем как с первой ночью. О, свои коморочки. Давай проверим Балору и убедимся в том, что она на сцене. Да сейчас мы ее током жахнем, давай. Нет, там... Отлично. Теперь давайте проверим Фантайм Фокси. Там кто-то повесился, что ли? Вы видели? В смысле? Там нет Балоры! Там чувак какой-то... Это... Отдыхает. Отлично. В зале для развлечений выглядит все как надо. Ваша сегодняшняя задача будет включать в себя больше работы по техническому обслуживанию. У Циркус Бэби был тяжелый день сегодня, и она нуждается в ремонте. Чтобы добраться до комнаты техобслуживания, придется еще раз пробираться через зал для веселого времяпровождения. Я не хочу! Я не хочу! Пожалуйста, берегите себя. Ага, правая дверь открылась. Подожди! Он говорит, все нормально. Два работника до сих пор почему-то работают. Я, в принципе, нашел этих работников. Один вот там слева, а второй вот там справа. Они там отдыхают, да? То есть, а я могу сообщить, что работники на рабочих местах, и у них все в порядке, ладно. А мы должны пролезть вот сюда. Зал для развлечения открыта. Ага. А, мы можем... Подожди, здесь Фантайм Фокси живет? И что? Ну я бегу. Ага. Я просто бегу. Никто, никого нет. А... Я просто не слышу никаких звуков. Я не слышал вообще каких-то звуков или чего. Замечено движение в комнате техобслуживания. Мы отлично справились с переходом в комнату для техобслуживания. Циркус Бэби сломалась по неизвестной причине. Вам придется выяснить причины неисправности. Она сейчас не расскажет. Отправить ее по конвейеру. Наши сотрудники встретят ее с другой стороны. Не встретят. Не встретят ее. Бэби. А как тебя чинить? А как тебя чинить-то? Слышишь ли ты меня? Да. Я притворяюсь. Помнишь, я говорила о том, что умею это делать? Ах ты зараза, а? Пока камеры видеонаблюдения включены. Там движется что-то. Мне не следует двигаться. Смотри, движется. Нечто плохое случилось вчера. Что?
Что? Нечто плохое случается постоянно. Что там движется за ней? Я не думаю, что случилось нечто плохое со мной. Но где-то внутри я сломана. Я не подлежу ремонту. Почему? Скоро меня доставят с Купинг-Кру. Но это не сможет исправить мои неисправности. Всегда происходит нечто плохое. Там что-то за ней. Ты мне поможешь? Да, 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 конечно. Я хочу сохранить некую деталь из своего корпуса. Какую? А остальную часть меня можно утилизировать. Память, что ли? Но будь предельно осторожен. Ага. Здесь Балора. Она в этой комнате. Балора? Балора не вернется на сцену. Балоре не вернуть своего тела. Вон она. Ты должен быть осторожен. Это она. Я вижу не ее. Нервничай и слушай мой голос. Ага. Есть одна кнопочка у меня на щеке. Я видел ее, вот. Найди ее и нажми на нее. Вот она. Могу нажимать уже? Вот она. Опа. Опа. Прежде чем получить доступ к остальной части моего тела, нужно ввести код доступа. Вводи код, правильно? Какой? А какой код? А код где 5. Я возьму? Сколько? 5? 4. 4. 9. А-а-а! Я не туда! Что это было? Это был... Это были остатки Балоры или что это? Какой... Почему... Почему не послышал... Как... Почему я поспешил? Ну, камон, ну какой... 9, она... Она же сказала... 9! Какой дурак! О, все, поползли. Все, давай. Давай, давай, давай. Я бегу. Здесь, получается, никого нет. То есть я могу просто бежать. Просто на шифте бежать, никто меня даже не пытается ловить. Просто бегу. Я даже маячок не нажимаю. На шифте бегу. Все, добежал. Так, да. Замечено движение в комнате давай. Обслуживания. Могу я сразу? Мы отлично справились с переходом. Да могу я сразу кнопочку нажать? Закрой рот свой. По неизвестной причине. Вам придется выяснить причины неисправности и безопасности. Я знаю, она притворяется, чувак. Она притворяется. Все, она здесь. Кнопочку нажимаю. Оп, открывай лицо. Циркус Бэби, пожалуйста, открывай лицо. Все, давай. Теперь код, внимательно. Ага. 6, 5, 6. Я же 6 нажал. Я же нажал 6, 7, 5, 6. Четыре. 1. Отлично. Должна была открыться панелька. Какая? Вытащи оттуда модуль. Какая панелька? А, вот этот? Теперь пора возвращаться. Куда? Я проведу тебя через развлекательный зал, прямо до Скупинг-Кру. Пока ты еще тут, я предлагаю тебе избавиться от моего тела. Как? Ставь модуль в свое портативное устройство, чтобы я могла разговаривать с тобой. Давай, куда? Теперь нажми зеленую кнопку слева. Какая кнопка слева? Это отправит меня в Скупинг-Кру. А, вот это? Так это желтая кнопка. Это желтая. Все? А где я? Слушай только моей команды, находясь в развлекательном зале. Хорошо. Балора отправится вслед за тобой. Она попытается поймать тебя. И зафигачь. Но я помогу тебе с этим. Хорошо, договорились. Она пойдет за тобой в Скупинг-Кру. Давай. Ей страшно. Сейчас же выходи отсюда. Как? А, все, на С. Все, я иду. Иди вперед. Иду. В смысле вперед? Я же пошел вперед! Какого фига? Все, я вышел. Говори, что делать. Иди вперед. Иду. Стоп.
Иди вперед и налево. Продолжай. Стоп. Молчи. Иди вперед и налево. Иду вперед и налево. Иду. Две кнопки жму. Стоп. Иди вперед. Ты почти пришел. Иду. Иду вперед. Просто одну кнопку жму. Иду. Стоп. Стою. Стою. Лора прямо перед тобой. Нет. Не шевелись. Не шевелюсь. Он здесь, чтобы помочь Балора. Он не причинит нам вред. Не, не причиню. Балора. Балора! Он здесь, чтобы помочь нам. Да. Я помогаю. Продолжай идти вперед. Иду. Балора позади тебя. Ага. Она боится скупин кру. Все хорошо? Она не пойдет за тобой. Я иду вперед. Что? Я дошел! Я дошел, я не знаю, куда. Внимание. Я куда-то шел. Вы вошли в очень опасную зону. Вы вошли в техническое помещение 1Б, предназначенное для утилизации неисправных кукол с помощью скупера. Вход в это помещение строго запрещен сотрудникам без специального пропуска. И что? И чё? А, смотри, здесь запчасти. Ты находишься в скупинг-рум. Здесь Фредди. Фонтан Фокси уже здесь. Где он? Фонтан Фредди уже здесь. Да, вижу. Балора уже здесь. Вижу Балору. Циркус Бэби уже здесь. А ты кто? Смотри, ты кто? И я бывала тут не раз. Ага. Но они всегда возвращались на сцену. А это кто за окном? Они всегда нас возвращают на сцену. А кто это? Здесь нам негде спрятаться. Ага. Здесь нам некуда идти. Кто это за черт? Пока мы выглядим как роботы. Но если бы мы были похожи на тебя. Ага. Нам бы удалось спрятаться. Давай я спрячусь. Если бы мы были похожи на тебя, кто то давно бы отправились в отпуск. Кто меня следит за мной? Скупер причиняет боль лишь на мгновение. Да? Какой скупер? Нет! Какой скупер? Нет! Какой скупер? Меня зафигачила эта скупер? Подожди. Эта фигня меня убила? Это плохая... Ты говори папе, что я здесь. Я тоже хочу смотреть твое шоу. Я не знаю, почему он мне позволяет прийти и посмотреть на тебя. Ты прекрасна. Но куда делись другие дети? Их убили. Так, подожди. Это плохая концовка или что? А где сериал про Влада? Вампира? Что это такое? Подожди, это я? Это я? Да, ну да, это человек. Взрослый. Они меня сделали марионеткой? Five Nights at Freddy's Sister Location, русская версия. Подождите-ка, подождите-ка, секундочку. Я сдох. Правильно? Меня убили. Меня убили и все. С меня сделали куклу, потому что у меня фиолетовые глаза, как у аниматроников, как у того же Фредди, как у Балоры. И какая... И что это за фигня стояла за стеклом? Которая на меня... Перед тем, как меня жмыханули. А, нужно было просто escape нажать. Так, подожди. Бонусы. О, бонусы появились. Хорошо. Ну-ка посмотрим, что за бонусы. Аниматроники. Бэйби. Да. Вот эти два маленьких нападал под столом на меня. Балора с ее вот этими марионетками-танцовщицами, которые меня ползали. Фантайм Фредди. Фантайм Фокси. А, это та фигня, которая за стеклом стояла. Создание Бэйби. Ух, нифига себе. Ля какая. Ля, посмотри, какая красивая. Нифига себе в ней проволоки. А, вот так вот создать. О-хо-хо-хо-хо-хо.
Фредди красавчик. А руку потом дай ему. У него изначально была рука. Потом ему насадили туда Бонни. Создание Фокси. Ну, фан-тайм Фокси получается, да? Ну, слушай, неплохо. Все. Во. Смотри, вот так. А такого я не видел. Заготовки. Развлечение циркус Бемби и аренда. Комната управления Балора. Приватно. Скупинг рум. Подожди, а что за комната приватно? Подожди, мы с вами шли в скупинг рум. Здесь еще одна комната есть, приватно написано. Так, в общем, пишите мне, как туда попасть. Элеватор, контрол модул, циркус контроль, брекинг рум, парт сервис. В общем, пишите, как мне туда попасть приватно. Я думаю, что, скорее всего, есть какая-то загадка, и мы с вами ее разгадаем в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну а с вами был, как всегда, Робзи. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.